Всем привет, Monarch Cinema, 75-й павильон. Готовимся к выставке «Защищенный грунт России». Вот. Сейчас я вам продемонстрирую, насколько вообще мощная выставка. Итак, поехали. Ну, еще идет подготовка. Вот. Выставляю тут все. Вот травка зеленеет, всякие салатики, клубника, помидорчики, о, салаты. О, устанавливают оборудование. О, вот такой торф есть специальный, обсыпанный. О, тепличное освещение. О, пар. Насосы тут какие-то. О, пацаны наши расслабляются. Кто-то что-то делает, кто-то что-то ничего не делает. Почему-то нас снимают не тот момент, когда мы работаем. Есть. А, здесь прям? А? Сигареты, да. Здесь прям курить будем? Ну, не, пойду сейчас. А, телек повесим. О, это. Да телек брось его. Ну что-то вы как-то опрометчиво вообще. Когда поедем, то пора ехать. За пустками? Да, на склад я с тобой поеду, блядь, за машину собирать. Надо только вот эту выпустить, которую мы закрыли там на складе. Какой? Ну вот эту рыженькую. Кого? А, ходит, блядь. Ну, вроде не рыжий. Да. Седай, да? Да. Тогда бы сказал седую бабку. Слышь, Валер, а у тебя она сразу туда и сюда снимает? Нет, да, только в одну сторону. Главный работник. А вот все снимаем уже. Куда ты снимаешь, его не видно? Ну он же сзади меня. Вон он. Вот все снимаем. Подожди, надо вынуть оттуда провода, пульт. И аккумулятор. Лё, аккумулятор там есть? А чего телевизор-то работать будет? Нету? На складе забыли. На складе забыли. Да. Что делать? Не знаю. Не знаю. А в пакете что? Крепление. А для чего это? Так, подожди. О, я как бы предлагаю вообще пойти покурить. Давно пора. Вот. Подожди. Ну что курили? А, только что? Присядь. Сядет потом. Кого сейчас нас снимают с тобой? Да. Лучших людей, да? Да. Даже сделаю, чтобы и пацанов немножко было видно. Ну ты видишь, блядь. Кто-то работает, кто-то отдыхает. Кто-то что чист. Не, ну смотри, мы сколько работы сделали. Они вот до сих пор 3 часа телевизор не могут повесить. Лёха, он хорошо эти коробки собирает. Лёха, без тебя вообще... Зашивалка была бы. Да. О, а вот они, они в принципе продаются. Да, да, да. Если специально уже бы упало все. А что вы на сотке на гвоздь? Есть сотка гвоздь с собой? Ну вот саморезом прям через экран. Ну, вот это к стене. И все, придет охренеть. Ты звучит. А по-другому никак. Да, блин, он не крепился. Алексей, о чем задумался? Слушай, а ты можешь на самом деле провести это выставку? Мероприятие.
сидим теперь. Давай, слышь, в пятницу подгребай часам к 12, смотрим ходить. Тут будет раздача призов и нужен ведущий. Будешь? Мы тебе нальем перед этим. Самое главное, чтобы когда берешь микрофон, ты хорошо делал вот так. Самое главное, не глотай микрофон, а то неправильно пойму. Да. Вот. И может коротнуть. Леха скромняга у нас, да? Ну, он вообще очень метод какого. Высшее образование, видно. Я вообще удивлен, что он здесь, судя по его погонялу. Сквозняк. Уже бы давно год. А ничего, что, да, матом там, это вырежет? Бля, мы запикаем. А, запикаем? Тогда просто сразу вставь, пи-и-и. Или просто музыка. О чем говорят, вообще непонятно. Такую, да-да-да-да. Что здесь начало? Такой, по. Это когда длинно там. Как ты думаешь, если мы сейчас встанем с дивана, силуэт останется? О, и причем это, мало того, что силуэт остался. Коричневые. Коричневые, вот такие полосы. И две вмятины от яиц. Вот эти Фаберже. Они же тяжелые такие. А что вы делаете? Это вы плюс устанавливаете? Нормально у нас тут телек будет лайки. Самый главный канал для взрослых, чтобы были. Главное сверните, сверлите на 32. Что, видно парней? Да, вот сейчас. А откуда ты знаешь, что видно? А у него угол очень большой, я как-то знаю. То есть у него тоже есть что-то большое? У меня телефона нет, а там сейчас посмотреть прям. Сейчас онлайн. Ну потом посмотрим. Да. Что? Кури. Кури. Ну где на выходе, Леха, машины? Вот прям выше, все. Скажи, если что, ты с тепличных технологий. Лех, главное вот две наши лестницы не забыть. Вот алюминиевые вот эти. Тут деревянную. Если потеряешься, встречаемся у фонтана. Пар Горького на фонтан. Я могу тут фонтан. Это тоже можно, таких два. Один помощнее будет, а второй так, ну, послабее. Чего? Ну, я послабее сделал. Еще красиво было. Не, я предлагаю, не, чтобы они скрестились там вот выше, всклёст пошли. Знаешь, как будто они сначала всклёст, а потом типа друг друга так вот кто побеждает. И потом ничья. Да. Согласен? Вот. Да, и главное, чтобы там мартышка бегала. Браво, браво, браво. Вот. Валера, сколько же нам надо выпить, чтобы такие фонтаны были? 2-3 упаковки. Все на лапу. Есть. Я боюсь, что Леху этим фонтаном смоет. А мы это, Леху будем двигать. Будем соревноваться, кто дальше Леху подвинет. Извините. Не, ну они, конечно, мочат вообще. Работяги от бога. Монтаж 80 уровня. Левела, я бы даже сказал. Через цех пойдем? Пойдем, там мужик проснулся. А, проснулся? Да. Вот. А еще что? Рен, а что еще забрать-то надо?
Коробку вот эту? А вот эти вот длинные? Ну что, погнали? Погнали. У тебя зажига есть? Да. А дрель надо? Нужна им еще? Не знаю. Я вон им сложил на стол, что на полу валялись инструменты. Uh-huh. Без понятия. Может быть, что-то еще будут собирать. Uh-huh. Вот. Без понятия. Куда мы? Прямо. Мужик говорит, проснулся, да? Да. А я тут пойду. Подготовку нашего участка сделали, и теперь выглядит наша выставка вот так. А ты со мной все равно не едешь, что? Ну пойдем. Все, еще раз. А что, они все ушли, что ли? Спасибо. О, ладненько, все. Я почти что-то забыл. Может, забыл? Этот препарат? Или вот эту хуйню? Видал у них какой круглый вообще? Да. Что у них там внутри-то? А, вы, понятно. Где мы это не видели, да? О, у нас тоже такая была штука. Не знаю, Андрей их привез из Каширы. О. Ну что, спасибо большое за сотрудничество. Да, и вам спасибо. Все. Стабилизация? Да, конечно, что. Все, давай, удачи.
девчонки тренируются, по танцульке делают. Ну все, собираемся, короче, грузимся и погнали. А, у нас звонок в студии. Алло. А кто мы? Скажи, Леха не едет никуда. Давай. А? Бля, тогда я не еду. Ой. Че, тебе сигаретку? Ой. Пассажир у нас просто есть один. Он, короче, не любит. Две. Кому? Обкуритесь. Вот, вот представляете, с кем я работаю? Ни говна, ни ложки. Ни вилки, ни поноса. Да что там еще сейчас накурено будет? О. Да что ж вы раньше-то не шевелились? С утра можно было это все сделать. Подождите, сейчас я ключи найду.